Привет. Ну что, до ЕГЭ по литературе остается буквально месяц, а ты все еще не знаешь, с кем можно сопоставить Григория Мелехова, да, из произведений «Тихий дон». Но я тебе расскажу, с кем. Конечно, с Пьером Безуховым. Оба они ищут себя, ищут свое счастье, ищут правду жизни. Поэтому эти два образа, конечно, перекликаются. То, как Григорий мечется между одной и другой стороной, видя и в той, и в другой одинаковую несправедливость по отношению просто к человеку. Вспомните тот жуткий момент с Франей, когда он от ужаса закричал и попытался хоть что-то сделать, но ему не дали, конечно. И вспомним, как метался в поисках своей правды Пьер Безухов, да, он к обществу масонов на какое-то время благотворительным другим обществом примыкал, видя, опять же, подводные камни и нечестность даже там людей.